8 утра пробки в Казани достигли максимальной отметки. В 10 баллов стоял не только весь центр улицы Карла Маркса, Достоевского, Пушкина, но и космонавтов. Весь Сибирский тракт, Южная трасса, проспекты Победы и Ямашева. Были замечены десятки аварий. Скорость движения была не больше 7 километров в час. Получается, опоздал где-то, наверное, на минут 30. Восстание стоял везде, вот в авистрое и на ветеринарной там сейчас стоял. Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы на 4 часа закрыли международный аэропорт Казань. Было отменено 3 рейса: Казань-Стамбул, Казань-Рига и Казань-Москва. А также задержаны 4 вылета в Калининград, во Внуково, в Домодедово и в Самару. Пассажирам предоставляются напитки, горячее питание. При необходимости решается вопрос о предоставлении гостиницы. Сейчас аэропорт открыт. Рано утром техника расчистила полосу. Рейсы вылетели по запланированным маршрутам. Ну а синоптики пока не говорят об улучшении погодных условий. Ожидаются сильные осадки, мокрый снег, ледяной дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогу сохраняется сильная гололедица. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.